с вами JKM, и сегодня снимаем такой мини-режим под названием Sky Wars на сервере Crystalix. У нас уже игра тут начинается, главное, чтобы никто не вышел, потому что вы как видели, тут выходят люди. Только что начал играть Sky Wars, поднялся очень поздно. Вот. Вот так вот. Сейчас сделаем себе лук. Конечно. Ух ты, вообще кошерно. Конечно, не кошерно, а классно, что мы сейчас нашли такую классную вещь. Но это все равно тоже хорошо. А дерево будем ломать рукой. Мы же суровые мужики. И дерево мы сегодня только сможем одно сломать. Все-таки не такие суровые. Делаем сразу же исток палок. На всякий случай жизни. И делаем лук. Что я знаю, как делается лук, потому что я уже опытный игрок. Так, все так поставили. Так, никаких прецедентов нет. Да. Нужно было немножко подумать, чтобы стрелять. Только немножко блок построим, чтобы обманывать противников. А мы хотим будто к центру построиться, а поставили только очень мало блоков. И тут что-то уже переосмыслив себя. Тут пацан какой-то странный. Думаю, тут надо забрать алмазный меч. Пока, пацан. Ладно, посмотрим, что у него тут было. Еда у него была хорошая. И что тут, ничего у него? Все что ли? Ладно. Давайте-ка сейчас сделаем себе побольше стрел. Не будем ходить без стрел. Так, кажется, все наоборот делается, да. Мы сейчас подберем наш лут. Мы только что выкинули и поедим. Не да, всегда нужно. Потому что это все-таки Майнкрафт. Мы поели и идем дальше. Конечно, они теперь не такие хорошие. Но сворачивать давайте не будем. Блин. Чувачок присоединил себя и построился, да, почти что до центра. Ну, давайте-ка сейчас сломаем блоки. Вот так и вот так. Очень много мы чего сломали. И теперь тут поломаем. Да. Тут тоже дофига блоков сломали, и тут. На всякий случай жизни все пригодится. Только не переполненный инвентарь. Кто так любит делать. Но мы не любим так делать, потому что оставляем тут воду. На всякий случай жизни. Сейчас заберем. Все перепрыгнуть сможем. Забираем. Перепрыгнули. И давайте-ка похаваем. Ух ты, есть теперь вот это. Так, что еще у нас есть? Можем сделать дополнительные стрелы. Дополнение теперь идет к нам, к стрелам. Давайте сейчас на другой остров сходим. Шапки у нас есть теперь. И теперь вот так поставим. Хорошо будет. И вот тут что у нас тут? Пострел дополнительные. Сильные. И вот так. Весь кольчужный. Значит, лучше. А давайте-ка построимся к тому острову. Хоп-хоп-хоп. Уже на острове. Но мы сюда не пришли нападать, а пришли крафтить. Ну что, вот так вот. Сюда это и сюда вот это. Ой, извините, я перепутал. И прессы тоже нужно собрать. Забирайся. Ты еще стрельну.
Все-таки мы не быстрее нырили по своим вещам, то мы потратили свой лук только. А мы хотим продвигаться только дальше и дальше. Тут сейчас поставим немножко блоков. И поставим тут водичку. Сейчас давайте и так будем делать. Все-таки не с этой стороны он заходил. Перепрыгиваем и сюда идем. Видимо, что он тоже не с этой стороны заходил. Значит, идем вот сюда уже. Видно, что он с этой стороны заходил. Видно, что не умеет чароваться. И не так хорошо из лука стреляет. Он меня не думает, что недооценивает. И они его что-то не попадают, что ли? Ну, что-то не вот, что-то не попадаю, наверное. Блин, наверное, и регенит ХП. Странно. Чувак, регенит ХП, наверное. Или у него стрел нет? Стрел все-таки у него есть. И умеет тоже стрел уходить. Засел у себя. Все-таки мы оба скосили и сейчас тоже. Так он попал. Давайте покушаем. У него тут укушил лут. И так понятно. Давайте-ка я все-таки него сейчас убью. Если он выглянет у нас. Еще раз. Что-то у него тут рельные окна открыты. Нужно его замочить. Да, мы его замочили. И сейчас оденем более лучший лут. Ctrl Q. Q, Q, Q. Ух ты. Ну что-нибудь еще есть получше. Пострелы есть. Ctrl Q, Q, Q. В принципе, все. Все, сейчас убьем его и выпустится ролик. Него убивать за два счета можно. Потому что он нас недооценивает. Все, мы не убили. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте моих новых видосиков. Всем удачи, всем пока. Это было серийное. Писалькся, пока.